На Украине предложили заминировать Азовское море. С таким заявлением выступил экс-командующий ВМС страны, вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, установка взрывных и обычных ограждений помешает действиям российских военных, судов и, в частности, будет препятствовать высадке десанта. Для гражданских судов Украины, также рискующих подорваться в море, вице-адмирал предусмотрел возможность следования в составе караванов. Также Гайдук призвал организовать специальные военные учения на Азовском побережье на случай возможных атак со стороны российских вооруженных сил. Сразу питание на улучшение системы противоположной.